Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Camry 2014 года в белом цвете с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, мощностью 181 лошадиная сила, КПП передний привод, имеются парктроники, камера заднего вида, автомобиль на литых дисках в хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, пробег 136 тысяч километров, по салону кожаный салон, чисто ухоженный. Имеется подогрев передних сидений, кондиционер двухзонный, климат-контроль, мультимедиа, подогрев зоны дворников, кнопка старт-стоп, мультируль, система курсовой устойчивости, корректор фар, омыватели фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальная цена наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.